Штормовая погода, переместившаяся по югу США, во вторник породила по меньшей мере 3 торнадо, которые повредили здания и повалили деревья и линии электропередачи, сообщает The Weather Channel. В городе Юфало штата Алабама были повреждены около 12 домов. Один человек получил незначительные травмы. Мэр города Джефф Типс отметил, что он испытал облегчение, что все обошлось без большего числа пострадавших, поскольку большинство жителей находились дома из-за коронавируса. Еще один торнадо прошел в районе города Луздейл, штат Миссисипи. Стихия разрушила по меньшей мере один дом и повалила много деревьев. Кроме того, сильные ветры вызвали перебои в подаче электроэнергии в штате Джорджия. В пик шторма без света остались 56 тысяч человек.